Ты что, хочешь сказать, что я плохо воспитываю нашу дочку? Да. Она вон вообще расслабилась. Хотя кому-то я говорю, ты еще хуже. Это я хуже? Да ты даже не знаешь, с каким весом наша дочь родилась. Зато я знаю твой вес. 200 килограмм, наверное. Ты даже нашу дочь не можешь воспитать нормально. Да твоя мать тоже тебя не воспитала. Ненормальная. Ах, это я ненормальная. Получай. Ты что, сдурела, баба? Это я сдурела? Мама! О, нет. Только не это. Мама, я так больше не могу. Доченька, ну что опять случилось? Энтони, он меня разлюбил. Что? Как он смеет не любить мой цветочек? А ну, иди сюда, дылда. О, слышу стон бегемота. А, это же моя теща. Как тебе не стыдно? А как вам не стыдно? Воспитали плохо свою дочь, а теперь хотите скинуть на меня. Что? Ну сколько уже можно? Вы меня достали. Гляньте, ребенок весь в отца. Такой же психованный. Ну почему я должна это все терпеть еще и в школе? Так, все. Я не знаю вас, а вы меня. До свидос. Я почти готова. Ну, вроде бы все. Стоять! Ты куда в таком виде собралась? Бабушка, я вообще-то в школу опаздываю. И ты, кстати, тоже. А то бедные первоклашки останутся без обеда. Какой обед, если моя внуча бестолковая? Жди здесь. Ну, блин! На, вот теперь ты точно не замерзнешь. Ну, папа! Ну, ба, я выгляжу как бомж. Как мне теперь с мальчиками тусить? Какие мальчики? Я в твоем возрасте еще в памперсы носила. Ты их до сих пор носишь вообще-то. Все, давай, не умничай, выдвигайся в школу. Тебе пора. Ой, как же тяжело в этих шмотках ходить. London is the capital of Great Britain. Так, 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 что у вас здесь происходит? О, директор нарисовался. Мистер Энтони, мы учим английский язык. Учите английский? Интересно, чему же эта женщина вас может научить? Хо-хо-хо-хо-хо. Ты что, совсем? Давай, вали отсюда, из моего класса. А ты тогда вали, из моей школы. На! Что? Ну тогда получай, училка. Получай. А ну иди сюда. Эй, мистер Энтони, миссис Бритни, мы вообще-то еще тут. Ой, что это мы? Получитесь, детки. А вам, миссис Бритни, минус премия. Да я за твою премию даже маникюр себе не сделаю. Мелани, что ты напялила на себя? Ты что, на Северный полюс собралась? Ты же мокрая. Да это бабушка заставила меня одеться. Ей все равно, что на улице плюс 30. Вот, смотри. Да, ладно, пошли. Ох, тяжело в этих вещах идти. Ты иди, а я догоню. Ну, окей. Ну, бабушка. Думала, что умнее? Не получится. Не понял, что за беспредел? Почему опаздываем? Я опоздала, потому что меня бабушка одевала. Тебя бабушка выпустила в таком виде? Ну я ее устрою. Пап, что ты делаешь? Длина юбки не соответствует нормам. Ну, пап! А ну иди переоденься. Никому не пожелаю, чтобы родители в школе работали. Извините за опоздание. Ничего, ничего, моя радость. Проходи. Миссис Бритни, почему, когда я опоздала, вы мне двойку поставили?
опаздывать. Нужно уметь. Итак, пишем контрольную работу. Блин, я же ничего не знаю. Открываем тетрадки и пишем. Класс, спешу, и будет хорошая оценка. Крутяк! Что? Кто разрешил вам списывать? Ай-яй-яй! Как вам не стыдно списывать? Эндрю? Давай! Мелани, а где твоя шпаргалка? Ну, мам, у меня ничего нет. Фу, позорище! На, держи, списывай! Ого! Нифига себе! А вы вон, берите пример с Мелани. Что это было? Эх, Мелани, как тебе повезло, что твои родители работают в школе, а папа вообще директор. Эх, вы думаете, мне хорошо, что они в школе работают? Они мне вообще житья не дают. Зато оценки хорошие. Обед! Вкусный обед! Наконец-то покушаем! Это тебе вкусненький обед. И вот твоя тарелочка. Бабушка, но я тоже такую хочу. А для тебя у меня особый обед. Не такой крутой, как вермишель, но тоже пойдет. Ого! Ей бургер, а нам пустую вермишель. На! Жуй молча. Мелани, пошли выйдем, нам нужно поговорить. Я тебе сейчас поговорю. Ну ладно, а можно мне хотя бы добавки? Ага, вот тебе добавка. Офигеть, победа называется. Ну, бабушка, ты что, совсем? Что, стучаться не учили? Хотя чему я удивляюсь, у тебя же мать ненормальная. Я тебе по голове сейчас настучу. И вообще, мне завтра нужен выходной. Что? Да сейчас. Так, давай, запиши меня там куда-нибудь. А то у меня маникюр, педикюр, там все дела. Женщина, покиньте кабинет. Еще одно слово, и ты останешься без отпуска. Ах, так? На, получай. В отпуск ты отправишься прямо сейчас. Что ты делаешь? Это же документы. Ребят, меня, наверное, выгонят со школы. Чего это? Ну, у меня эти двойки. Мелани, может, ты поговоришь с мамой и папой? Пусть они что-то сделают. Я бы очень хотела, но они у меня не совсем адекватные, вряд ли меня послушают. Лола, а может, ты сама поговоришь? Да, точно. Лола, иди в кабинет директора, а мы тебя подождем. Думаете, получится? Ну ладно, идем. Фух, ну держим кулачки. Это я плохая училка? На! Да, еще и глупая. На! Ай. Извините, а можно? Нельзя, ты что, не видишь? Мы здесь тетрадки проверяем. Ах, тетрадки! Получай! Ай. На! Получай, тетрадки. На, держи. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мамочки, там такое? Лола, что с тобой? Сейчас покажу. Ай, нормальный! Там истеричка! Это ты! Нифига себе! Вот это да ёлку! Упс, это они так важные дела решают. Не обращайте внимания. Но они же меня чуть не убили. Эндрю, я хотела сказать, что мы можем вечером прогуляться. А ты не боишься, что твоя бабушка будет за нами следить, как в прошлый раз? Да не парься, когда мы с мамой не гуляем, она и за нами следит. Фух, еле причесалась. Так, Лола, к доске. Тут будет 23. Садись, поставлю тебе среднюю оценку. Эй, ну почему? Она же все правильно решила! Так, разговорчики, если считаешь себя сильно умным, давай выходи к доске на второй пример. Я решил, ответ 78. Ага, правильно, ставлю тебе F. Да за что? Это же правильный ответ! В следующий раз будешь молчать. На-на-на, какой бардак, какой мой
сядь, неряха. О, компьютер. Не понял, а что вы здесь делаете? Это я не поняла, что это за мымра делает у тебя на заставке. Так и знала, что ты разлюбил мою дочь. Вы что, вообще уже? Это ноутбук вашей дочери. И на фотке она. А, это я пошутила, значит. Какая красивая дама на заставке. Ути-пути, ути-пути. Так, Мелани, теперь ты выходи к доске и решай третий пример. Ну, мам, я ж ничего не знаю. Как это не знаешь? Ты же у меня умная. Что здесь за пример такой? Наверное, здесь будет 100. Браво, молодец, Мелани. Все, записываю тебя на районную олимпиаду. Класс, мы вообще-то тоже можем ездить на олимпиаду с такими знаниями. Ездить и позорить нашу школу. Может, ты и ребятам хорошие оценки поставишь? Да, конечно, они же ничего не знают. Пусть учатся, а ты у меня вундеркинд. Да, Люда, да-да, давай, потом, люблю, целую, все, все, пока. Так, зятёк, давай, повышай мне зарплату, а то давление понизится и придется скорую вызывать. О, класс, то, что нужно. Не умничай, ты же меня знаешь, зятёк. Знаю, но зарплату вам повышать не буду, вы же ничего не делаете. Это я ничего не делаю? Ну все, денег на переезд у меня совсем нет, тогда я от вас никогда не съеду. На переезд? Так чего вы сразу не сказали? Вот, держите, переезжайте прямо сейчас. О, не, я еще годик-два точно у вас перекантуюсь. Годик? О, нет. Ой, ты такая красивая. Ой, ты меня засмущал. Я хочу, чтобы ты пришла ко мне в гости. Еще раз ты что скажешь моей дочери и приходить в гости она будет, пока ты будешь лежать в больнице. Ну, папа, ты что, совсем? Мелани, ну зачем тебе этот двоечник? Ты же у меня такая умная. Ну, папа, он двоечник, потому что мама ставит ему плохие оценки. Ладно, не буду мешать, я пойду. Давай, давай, топай отсюда, а то это... Выгони из школы. Ну, папа! Дэнси, смотри, какая у меня новая тушь. Класс! Я тоже хочу! Дай мне! А румяна, смотри, какие! Не поняла, а чем это мы тут занимаемся? Мы себя приводим в порядок. Вы что делаете? Решили из приличной школы сделать клуб? Да кто вам краситься разрешал? А ничего, что ваша Мелани тоже с макияжем ходит? Как вы можете такое говорить, обманщицы? Как вам не стыдно? А ну иди сюда. А что вы делаете? Будете знать, как ходить в школу расфуфыренными. Не надо! Какая красота! Какой ужас! Надеюсь, никто голову себе не свернет. О, тетушка Роуз, можно я пройду? Эй, ты что, совсем уже? Не видишь? Пол мокрый, голову себе свернешь, и кто отвечать будет? Если я не попаду в туалет, то полы придется замыть еще раз. Эндрю, что ты тут топчешься? Почему не заходишь? Да вот, тетушка Роуз в туалет не пропускает. Так, в туалет нельзя, там дезинфекция. Ну вот видите, что с вашими лицами? Даже не спрашивай, пришли умыться. А почему тут такая очередь? Ой, солнышко, ты что, писать хочешь? Да не, бабуль, я потерплю. Да не, в себе держать нельзя, давай, давай, проходи, проходи, проходи. А мне, значит, нельзя? Вау! Вот это туалет! Нужно срочно сделать селфи!
Ребята, у нас такой туалет сделали, смотрите! Ого, девочки, смотрите, какой туалет! Пушистый! Лола, нам тоже там надо сделать селфи, пошли! Стоять! Вам сюда нельзя, такой же туалет есть внизу. Побежали быстро фоткаться! Ого! Ей даже туалет делают красивый! Фу! Побежали отсюда! Как же тут воняем? Сваливаем! Эх, работать всей семьей в школе была плохая идея. И зачем я только повелся на это? Добрый день! А ну, равняйся! Да я пошутил! Папа, вообще не смешно! А что мы будем сегодня делать на уроке? Будем сдавать нормативы по всем упражнениям. Блин, так и знал. Нужно было заболеть, как в прошлый раз, и не приходить. О, вот ты и начнешь. Давай, отжимайся. А сколько раз мне нужно отжаться? 100 раз. Ого! А сколько нам раз? Ну, вам как девочкам, всего 99 раз. Класс! Мэлэ, у тебя же ручки слабые, давай я за тебя. Вечно ты все портишь. Все, так больше продолжаться не может. Блин, простите мне, ребята, мои родители вообще ненормальные. Ага, особенно бабушка. Я думала, ты должна с ними поговорить. Но мы уже устали, это несправедливое отношение к нам. Ладно, я поговорю. Только не обижайтесь, пожалуйста. Надеюсь, это поможет. Блин, я хочу. Да, поможет. Внуча, что ж ты меня так тянешь? Я не успеваю. Нам нужно серьезно поговорить. О, вся в мать. Ты что, голодная? Пойдем, я тебя супом накормлю. Не слушай. Что, хочешь новое платье? Нет. Перестаньте мне все трогать! Вы мне мешаете! И перестаньте меня кормить, бабушка! Ну как мы можем перестать тебя трогать? Ты же самая лучшая, самая любимая! Да вы мне всю жизнь портите! Я даже на свидание спокойно сходить не могу! Доченька, тебе что, плохо? Так, все, хватит! Еще раз ко мне подойдете? Ой-ой-ой! Ой, и что нам делать? Думаю, нужно ее проучить. И как? Есть идеи? Бабуля Роуз знает, что делать. Приветик, мои любимые ученики! Ого, что это с ней? Она, наверное, плохо видит или с ума сошла? Эндрю, ты лучший ученик. Проходи к доске, решай пример. Лучший ученик? Ого! 3+3? Я думаю, 10. Ого! Какой ты молодец! Ставлю тебе лучшую оценку. Вот это да! Спасибо! Здравствуйте, извините за опоздание. Стоять! Кто разрешил опаздывать? Все, родители в школу. Вы вообще-то и так здесь работаете. Не умничай. Так, быстро села и будешь писать тесты старших классов. Ну почему только я? А как же остальные? Для них урок окончен. Ребята, можете идти по домам. Класс! Спасибо! Вы наш самый лучший учитель! Спасибо, малыш! Спасибо! Ребят, может покушаем в другом кафе? Да, а то третий день макароны есть неохота. Ага, а то тетушка Роуз опять будет чудить. А куда это мы собрались? Сейчас же обед. Мы не голодные, спасибо. А жаль, я хотела вас пиццей накормить. Пиццей? Давайте. Как вкусно. Обалдеть. Вау, сегодня пицца? Дайте мне кусочек.
Добрый день, ребята! Что, опять нормативы будем сдавать? Ну, конечно! Трындец! У меня руки сейчас вчера болят. У меня тоже. Девочки, так давайте Мелани отожмется за всех вас. Что? Ну, папа! Я тебе не папа. Я мистер Энтони. Отожмись 300 раз. Я тебе это еще припомню. О, ты так это легко делаешь. Давай не 300, а 500. О, нет! Вы самая лучшая теща в мире. И я хочу вам подарить подарок. Ой, какой у меня хороший затек. И что это такое? Это подарок мечты. Что же это? Билет в другой город? А почему в один конец? Так это же подарок нашей мечты. Родители, бабушка, может вы меня покормите? А то я совсем голодная. Ой, а что это за звук такой? Наверное, это по кухне тараканы бегают. Вы что, не видите меня, не слышите? Ну простите меня, я была не права. Вы что, меня теперь не любите? Конечно же любим. Мы просто хотели тебя проучить. Вот, держи. Кушай, моя хорошая. Ну простите меня, пожалуйста. Ой, бабуля, а вы это, собирайтесь, а то поезд тю-тю и уедет. О, ты как раз вовремя. Ну что, ты поговорила с родителями, а они тебя не так поняли? И начали тебя доставать? Да нет, ребята, это я с ними поговорила, и мы помирились. Я надеюсь, больше не повторится такого. О, Мелани, твой обед принесли. О нет, это уже для всех вас. Ура!